Ребята, в этом ролике я верну GTA 5 на канал. Но мы начинаем. Вот теперь начинаем. Так. Ребята, всем привет. Сегодня я верну GTA 5 на канал и... Как вы знаете, YouTube могут закрыть, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Так, ладно. Так, надо поехать в BMW зарендовать новую. Ну как? Она старая, но теперь новая. Кстати, ребят, она теперь летает конкретно. Это другая BMW, просто не ту. Не та, которую помните, которая была без звука, без ничего. Это уже другая, хорошая. У меня сейчас и моды другие, смотрите, какие они. Вот. Она же захлебывается, блин. Хопа. Да тихо. Она газует конкретно. Назад на еле-еле, а вперед. Маслкар. Какая BMW маслкар, вы это понимаете? Вот как? Броня, блин. Ну, сайда. Тормоза. Двигатель. Да Су-4. Хотя бы я его не ставил бы, ребят, потому что он едет конкретно. Цвет, металлик. И вот такого цвета. Такой красный. Над зеленый. Вот ярко-зеленый, зеленый. А еще какой? Что, получается тот зеленый, да? Придется его лепить. Ярко. Ярко-зеленый. Вот такой вот. Подвеска. Ну, конечно, конечно. Турбонаддув стоит, трансмиссия гоночная, все над колеса. Эксклюзивный, обычный. А если мы в спорт зайдем? Везде, то есть, будут обычные колеса. Мы, конечно, ставим обычные. Стекла, но они тонированные и так. И все. Тюнинг закончился. Мне кажется, хорошая получилась BMW. С оригинальными дисками. Чего? Дэм, как вот эту фигню отключить, а? Подождите. Послушайте. Ну, прикольно. Так, ну а мне надо как-то вот отключить вот эту фигню, чтобы все было как надо. А то, ребят, тут, блин, неудобно. Да тут что-то включено. Что это? Вот, наверное, если он перестанет, ребята, персонаж моргать, то, наверное, тогда будет нормально. Мне что-то так кажется. И что это? Так, это я не знаю. Стоп, а у нее что? Я думаю, у нее свет зеленый стал. Так, ребят. Тут просто, ребят, полно всего. Что это?
Не пойму. Ну, смотрите. Где это отключить, я вообще не понимаю. Я, в принципе, и не лазю. Вот так. Ага, вот тут, может быть, это и включено как раз таки. Все, просто вырубаем. Мне вот эта фигня, ребят, не нужна. Я из-за нее ничего не могу делать. Возможно, где-то она тут сейчас отключится. Сейчас прям. Включаем, ребята, все. А то, ребята, блин. А как его выключить? Ребята, не понимаю, как его выключить. Тут не убил, не отключил. Сейчас погода, блин, нормально постоянно. Черт. Че там происходит? Так, ребят. А, блин, смотрите, вот тут какая-то еще. Оф. Время. Ага. Да вообще. Но все-таки я сегодня GTA верну, поэтому так и должно быть, что вот все показываю. Да как мне вот тут не нравится, а? Что это? Вот это оно, я, ребята, не прыгать, ничего из-за вот этого не могу, да. Что это? Это Language. Ага, вот в Language. Это тоже отключаем, все. Чего? Фу. Это что, вот это? Вот это? Нет, все. Ребят, проверяем. Да, все. Ау. Все, не работает больше. А супербег? Супербег тоже не работает. Ладно, ребята, я его отключил. Этот мод. Теперь едем сохранять. Короче, ребят, под этим видео, возможно, я не знаю, если можно будет, то я оставлю ссылку на телеграм-канал. Там, получается, вы как-то ее введете там. И, короче, ребят, тогда вы сможете, получается, подписаться. Все подписывайтесь прям, потому что ролики тут не будут на ютубе выходить, когда его заблокируют. Все, поэтому давайте быстрее. Ну а так, ребята, вот на BMW моя М4, вот это хорошая BMW. У меня, конечно, есть вот еще машинки, сейчас я их покажу. Нам надо сохранить BMW. Даем. Колеса, ребята, вот такие обычные поставил, потому что, ну, обычные и больше всего идут. Они с BMW. Так, тут у нас уже стоят машины. Вот они. Поэтому мы ее сохраним уже вот тут. Давайте мы ее прям вот тут. Вот, смотрите, ребята, смотрите. Вот сюда мы забабахаем. Вот так. Сохранение. Так. Сохранение. И смотрите, ребят, какие у меня тут машины. Вот так. Вот такая.
Это Mitsubishi Lancer D10. Вы поняли? Конечно, М4 в глубине. Вот этот хорошо летает. Но он не тюнингованный. Он даже не тюнингованный летает. И еще вот задом, а не гляньте, как медленно едет, а передом нормально так. И еще у меня, ребята, есть М4 Somp. Вот она. Вот такая машинка. И вот такая. А вот это уже вообще это не то. Вот такая еще есть и все. Только такая спасибо. Почему я не пойму, вот попробуем еще раз. СП. Нету. Такой. СП. Вот такая вот машина была. И К Ю А. Да. К Ю А. То есть квадроцикл. Тут был. Которого нет. Прикольные тюнингованные машины. Но летает так нормально, конечно. Давай так, ты чё? Квадроцикл. Фирвы. Но они все, ребята, вот эти пропадают. Поэтому это фигня. А сейчас. Ну, конечно же, моя машина, вот она. Давайте я, наверное, переоденусь. Блин, где-то переодежка это. Вот здесь? Нет. У него где, внизу комната или вверху, я не понимаю. Теперь это я могу и прыгать, и все. Да, у него внизу где-то на комнату. Если я еще знаю где. У него что у этого Майкла, как вы знаете. Попробуй найди его комнату. Я, если честно, не знаю. Где он находится? Че на втором этаже, че на первом. Я, ребята, вообще по комнате по этой. Не понимаю, где она. У него находится, да? Тут комната Джимми этого. А комната где этого Майкла? Не понимаю. Не понимаю, ребят, просто не понимаю. А, вот она. Одежда. Наверное, вот такую. Давайте обычно такого человека. Носить вот маски, без маски. И обезьяну. Все. Вот так. Ой, давайте, наверное, глянем, есть ли тут BMW или нет. Так, а как мне отсюда выйти? Лабиринт. Лабиринт. Просто они дом. Так, надо посмотреть, есть ли BMW. Мне надо в нее, наверное, сесть сейчас. Все, я отключил вот это. Смотрите, ребят, я теперь могу прыгать. Если я зажимаю пробел, все нормально. Я теперь так не могу делать, но это хорошо, наоборот. И BMW нету. Ну. Сейчас, получается, попробуем запустить GTA. Так, получается, всем спасибо за просмотр. Сегодня я вернул GTA 5 обратно на канал. Ну, конечно, это она вот, как вам сказать, кому она вот нравится, кому нет.
Ну а так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, всем пока.